Начну с сегодняшней, наверное. Вошли в игру неплохо, забили первый гол. Рано он случился, иногда такую злую шутку, какие голы играют. Позволили себе некую расслабленность. Ну и отдать надо должное сопернику, он не собирался уступать. Его именно действия агрессивные, активные, с желанием позволили им уйти вперед. Неважно, там были рикошеты, стандарты. В большей степени понравилось, как мы среагировали на то, что происходило на поле, в раздевалке, какой состоялся разговор, что мы психологически, прежде всего, не стали нервничать. Мы знали, как действовать, мы добавили скорости. Понравилось, что на сегодняшний день, хоть и не готовы мы физически полностью, но тем не менее мы проявили много хороших моментов в плане скоростной работы, в плане физики. Мы оказывали давление, мы меняли рисунок с помощью вратаря. То есть мы полностью перешли к давлению соперника, это все выразилось вот в те голы, которые мы забили. Говорю, наверное, на сегодняшний день для меня это очень важно. Как реагирует команда на то, что происходит на поле? Выигрываем мы или проигрываем? Если в первом случае мы начали выигрывать, то мы успокоились, такого не должно быть. То во втором случае мы проигрывали и проявили вот эту агрессию, уверенность, спокойствие и реализацию моментов именно без нервозности. Благодарю команду, что они смогли найти эти силы, прежде всего эмоциональные и психологические. Очень хорошая атмосфера здесь в плане боления. Очень приятно играть, когда так зритель поддерживает, неважно за кого он болеет. Просто это праздник футбола, и это очень отлично. Мы набрали 6 очков. Что и планировали, у нас еще впереди предстоит подготовка. Мы продолжаем подготовку, потому что мы рано вышли из отпуска, и она не закончена. И важно было вот на этом туре все-таки завоевать эти очки, почувствовать уверенность в себе и добиться результата. Все. По поводу травмы Костромина, что скажете, насколько серьезно, известно уже? Нет, пока неизвестно. Скорее всего, доктор сказал, пока не сделаем обследование, сказать, что что-то будет тяжело. Вы будете, скорее всего, из строя, третий вратарь-то есть у вас? Да, Шевченко у нас тоже после непродолжительной болезни остался восстанавливаться, готовиться. Поэтому у нас 3 полноценных вратаря. Здоровья всем. Спасибо.